38 бас жоспар жобасы бойынша нақтылау сұрақтары. 3 сұрақ инженерлік инфрақұрылым бойынша, 7 көлік инфрақұрылым мен көше жол желісі бойынша, 10 әлеуметтік сала объектілері бойынша. Мемлекет басшысының Семей қаласында әкімдігіне берген тапсырмасы бар. 2024 жылғы 1 қазанға дейін Семей қаласында жаңа бас жоспарды әзірлеу және де бекіту. Бүгінгі тыңдалымды өткізу үшін төрағаны, хатшыны таңдау және регламентті бекіту қажет. Өкілдеріңізді және де жобалық ұйымның мамандарына берілген дауысты санаққа алып тіркеуді сұраймын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қаратын болады. Бірінші Семей қаласы бас жоспары жобасының сәулет және қала құрылысы. Действующий генеральный план города Семей разработан проектной организацией ГРАДА. В 2011 году утвержден постановлением правительства Республики Казахстан. За период, прошедший после разработки и утверждения вышеуказанного генерального плана, были разработаны на большую территорию города проекты детальных планировок. Указом президента от 3 мая 2022 года Семей стал областным центром, получил новый статус, в связи с чем это способствует поступлению инвестиций, открытию новых производств, рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса. Схема административно-территориального развития города Семей, на которой видно, что город Семей является важнейшим транспортно-логистическим узлом, граничит, как мы видим вот по карте, с крупными государствами, как Российская Федерация и Китай. Обладает крупным торговым потенциалом, богатым историческим наследием, ресурсами, природными богатствами. Касательно памятников архитектуры, истории, культуры. Одним из важнейших принципов генерального плана является сохранение богатого исторического наследия города. На схеме представлена информация о наличии памятников архитектуры, культуры, истории, различных ценностей. Наличие четких функционально-планировочных образований с различными конструктивно-планировочными параметрами. Город Семей образовался в 1879 году и претерпел несколько этапов своего исторического развития. Несмотря на это, на данное время историка архитектурных и функционально-планировочных факторов, для которых законодательными актами предписана необходимая организация зонных охраны, не выявлена. Но, несмотря на это, в нашем новом генеральном плане мы учитываем охранные зоны, охраняемый статус, придаем этим объектам. Опорный план современной архитектурно-планировочной организации территории. Территория города разделена рекой Иртыш на две части. Основные селительные территории, а также историческая часть города расположена на правом берегу реки. Левобережный район ограничен в своем росте, так как здесь размещены крупные промышленные предприятия, аэропорт. Связь между различными частями города осуществляется по двум автодорожным мостам и железнодорожному мосту. В настоящее время в городе сложилось относительно четкое функциональное зонирование на производственные, селительные и общественные зоны. Производственные зоны представлены тремя крупными промузлами – северный, западный, южный. Комплексная градостроительная оценка территории, на которой светло-коричневым цветом обозначены наиболее благоприятные для застройки территории. Это существующая застройка на правом берегу, районы Жанасемей, Сулбулат, Жаркын на левом берегу. Неблагоприятные для застройки территории, обозначены фиолетовым цветом, охватывают большую территорию левого берега, где расположены объекты западной промзоны, район аэропорта с обширной шумовой зоной, район ТЭЦ-2 и мясокомбината, а также подтопляемые и затопляемые территории. Задачей нового генерального плана является сохранение преемственности идей градостроительного развития. При этом разработка новых проектных предложений с учетом выполнения функций статуса областного центра, а также ввода новых инфраструктурных, жилых и социальных объектов, таких как ТЭЦ-3 и другие. В генеральном плане приняты следующие проектные периоды. Исходный год проектирования генерального плана является 1 января 2023 года. В первую очередь строительство, освоение, 2030 год принят. Расчетный срок действия генерального плана 2040 год. И прогнозный срок, это концепция, до 2055 года.
Согласно проекту генерального плана, к 2040 году прогнозная численность населения семьи ожидается на уровне 385 тысяч человек. На данный момент существующая численность 308 тысяч. Жилищный фонд составит 11,2 миллиона квадратных метров, на данный момент 5,9. То есть увеличится почти в два раза. Площадь города семей составляет 33 тысячи гектар. Проектная площадь селительной территории составит внутри этого города, жилая получается территория селительная, составит 9,2 тысячи гектар. Площадь промышленной зоны составит 2,6. Площадь рекреационных территорий составит 13,9 тысяч гектар. Средняя обеспеченность населения жильем к 1940 году в заложенном генеральном плане это 30 метров квадратных на человека. Планировочное решение проекта направлено на обеспечение наилучших условий проживания населения. Проектом сохраняется весь капитальный жилищный фонд, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания, зеленые насаждения, благоустроенные улицы и инженерные сети. В основу архитектурно-планировочного решения проекта положена исторически сложившаяся система селитебных и промышленных территорий, также перспективные территории освоения. Проектом предусмотрено поэтапное территориальное развитие города, максимальное использование свободных территорий, реконструкция и уплотнение существующей застройки. С учетом разработанных проектов детальной планировки города семей, на проектный период территориально будет развиваться в северо-восточном, северо-западном, южном, юго-восточном и западном направлениях. Развитие города в северо-восточном направлении обусловлено наличием территориальных резервов в границах города, а также произведенных земельных отводов для ИЖС. В северо-западной части завершится строительство многоэтажной жилой застройки в жилом районе Кварадайлы. Размещение новой усадебной застройки предусматривается в южном, юго-западном, юго-восточном частях города. Это районы Сукбулак, Ушыктар, Комсомольский, Жаркун. Проектом предусматривается упорядочить и ублагоустроить промышленные территории. Развитие промышленно-производственных и коммунальных складских предприятий предлагается на территориях существующих промышленных районов в западной части города. Главная природно-композиционная ось города – река Иртыш. Схема планировочных районов, где представлены 8 планировочных районов – Центральный, Батыс, Ахсай-Шыгыс на правом берегу, Цемпоселок, Ушактар, Жана-Семей, Сукбулак на левом берегу. Каждый из планировочных районов имеет свои функциональные назначения и градостроительные особенности развития. Районы первоочередного освоения и развития, где красным цветом выделено в первую очередь освоение, до 2030 года общей площадью 1355 гектар, до 2040 розовым цветом выделено 1640 гектар. На указанных территориях сложившейся застройки определены районы реновации и точно будет производиться снос ветхих и аварийных зданий. По итогам общественных обсуждений проекта генерального плана, которые состоялись в этом году, февраль-март месяц текущего года, по многочисленным обращениям горожан была изменена концепция проекта генерального плана города семей. Исключены из зоны сноса до 1940 года такие дачные массивы, как Восточный правый, Восточный левый, Бобровка и Мурат. Данные районы сохраняются как дачные массивы, но с учетом развития социальных объектов. Согласно градостроительных норм. К примеру, в дачных массивах Восточный предусмотрено размещение 3 школ, 6 детских садов. В дачном массиве Бобровка 2 школы и 3 детских сада. Сегодня уже идет снос приблизительно 500 частных домов в жилом районе Заря на территории 72 гектара. Предлагается 1 школа на 1200 мест и 2 детских сада. Конгресс-холл, набережная с линейным парком, Ледовый дворец на месте стадиона «Пищевик». Далее по плану надо вести снос ветхого жилфонда по берегу реки Иртыш на север до района Нахаловка и далее перенос существующего объекта исправительных учреждений в район Бобровки в особую зону подальше от жилья. В южном направлении развивается район Юности, далее до площадки Сукбулак. Малоэтажная застройка будет развиваться в районе села Жаркын. Продолжится застройка микрорайона Карагайлы на правом берегу. Социальные объекты города семей. С учетом демографических расчетов до 1940 года необходимо строительство 22 новых школ, 58 новых детских садов и 12 поликлиник. Комплексным планом развития области Абай на 24-27 годы предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы, университетской больницы, многопрофильной детской больницы, областного центра крови, поликлиник на правом левом берегу, модернизация перинатального центра. Все эти объекты должны быть построены до конца 2027 года согласно комплексному плану развития.
Также в этот период планируется строительство Ледового дворца. Генеральным планом предусмотрено в центральной части города размещение нового дворца школьников. Касательно улично-дорожной сети и организации транспорта. Основными планировочными осями города являются проспект Ауэзова, выездная магистраль на город Алматы, улица Харжабай в северном направлении, улица Сатпаева в северо-западном направлении, улица Абая в восточном направлении, улица Бибарамбая в западном направлении. Природной структурой образующей оси является река Иртыш. В планировочном отношении принята радиально-кольцевая структура организации территории города. Проектом намечается создание внешнего полукольца в юго-западной части, проходящего по периферийной части города в обход селитебной застройки, которая предназначена для движения транзитного грузового автотранспорта. При разработке данного проекта были учтены все разработанные и утвержденные проекты детальной планировки, это ранее утвержденный генеральным планом. При несовпадении с решениями генерального плана по возможности вносились корректировки и уточнения в разработанный ПДП и генеральный план. Так, пересмотрены предложения генерального плана в части трассировки магистралей, размещения жилой застройки, а также параметры красных линий улично-дорожной сети. Для создания внутреннего малого кольца на первом этапе необходима пробивка улицы Волгоградская, Селевина через реку Иртыш в северо-восточном направлении до соединения с улицей Каламбай-Батыра через улицу Фрунзе. Для этого необходимо строительство двух новых мостов через основное русло реки Иртыш и его рукав, образующих остров Полковничий. На втором этапе пробивка у проспекта Каржаубай-Улу от Малого Кольца в юго-западном и южном направлениях через реку Иртыш, через остров Тихомир до улицы Рыскулова-Рыкова. В проекте сохранен принцип функционального зонирования, предусмотренный предыдущим генеральным планом города. Общая протяженность уличной дорожной сети составляет 288,5 километров. К 30-му году 361,7 километров, к 40-му году планируется 448 километров автодорог. Транспортные развязки. В настоящее время функционируют 17 инженерно-транспортных сооружений. К ним относятся железнодорожные эстакады, путепроводы, туннели, комбинированные автомобильные развязки. Для улучшения ситуации в автомобильно-транспортных потоках, уменьшения автомобильных пробок, построен шестиполосный мост через реку Иртыш. Согласно проекту генплана, Этим участком является отрезок пересечения объездной дороги СР-24 Семей-Каменогорск и М-38 с юго-восточно-американского значения Р-23 Семей-Кайнар с продолжением до дороги местного значения Семей-Курчатов. Этот отрезок пройдет по границе юго-восточной, южной и западной частей города. На втором этапе до конца расчетного срока, это 40-й год у нас, предлагается продолжить этот участок в северном направлении до пересечения автодороги М-38, идущей на Павлодар-Омск, а также построить северный участок от этого пересечения до пересечения с автодорогой А-11 семей границы Российской Федерации на Барнаул. В отдаленной перспективе, это уже как концепция идет, до 1955 года завершить строительство восточного и северо-восточного участка объездной дороги. Общая длина составит 63,8 километров. Касательно внутригородского транспорта. Схема существующей сети городского пассажирского транспорта определена сложившейся планировочной структурой селитебной территории, расселением населения, размещением производственно-коммунальных зон, фокусов трудового и нетрудового тяготения. Как и во многих городах Казахстана, здесь городские перевозчики обеспечивают удовлетворительное, но качество обслуживания пассажиров. Это связано с недостаточным дорожным обустройством разворотов и остановок, недостатком информации на, такими вот моментами. В связи с возникновением новых жилых районов застройки, производственно-коммунальных зон, центров тяготения предусмотрена прокладка новых линий общественного транспорта. Как видите по схеме, мы предлагаем развитие БРТ. В семье генеральным планом предлагается внедрение современных скоростных видов городского пассажирского транспорта. К ним относятся 4 ветки. Это автобусный транспорт, скоростной БРТ. В качестве маршрутных линий скоростных видов транспорта предлагается использовать городские скоростные дороги, магистральные улицы общегородского значения, непрерывное регулируемое движение, а также существующие магистральные улицы районного значения с 6-8 полосами или дублирующие улицы местного значения с 4 полосами, как видно вот на схеме. Следующее. Природно-экологический каркас. Это одним из главных принципов проекта является сохранение природно-экологического каркаса, создание благоприятной комфортной среды обитания, разработка и реализация плана озеленения города и его благоустройства.
Территория зеленых насаждений общего пользования в настоящее время составляет 4219 гектара или 137 квадратных метров на человека. К 40-му году площадь зеленых насаждений составит 13 914 гектара или 361 квадратный метр на человека. Вся пойма реки Иртыш острова – это главные природные зеленые насаждения города, в районе которых намечаются крупные парковые комплексы и бульвары. Как крупный элемент системы озеленения выступает естественный зеленый бор семи урманов в северной части города. С южной стороны защитная лесополоса, также относящаяся к семи урманам. Имеется крупный зеленый массив на острове. На территории самого города также предлагаются зеленые пешеходные бульвары. В новом генеральном плане предлагается два крупных парковых комплекса. Первый в незатапливаемой пойме реки Иртыш и второй за поселком Комсомольский, парк Жастар. Проектом предлагается мероприятие по очистке и оздоровлению селительных и промышленных территорий реки и воздушного бассейна города. О согласовании проекта. В настоящее время получены согласования всех уполномоченных местных органов, исполнительных местных органов. Также проект направлен в центральные госорганы, в 21 центральный госорган. Из них по 19 уже получены согласования. Два сейчас находятся в работе, это МЧС и экология. В настоящее время, согласно новой экологической кодексу, разработана стратегическая экологическая оценка СЭО проекта генплана. 19 марта текущего года был опубликован отчет по определению сферы охвата СЭО. 14 мая опубликовано СЭО на официальных интернет-ресурсах. После проведения настоящих общественных слушаний планируется прохождение государственной экспертизы проекта продолжительностью 60 рабочих дней. Ожидаемый срок завершения – сентябрь 2024 года. Затем проект генплана будет вынесен на рассмотрение Общественного совета города Семей и области Абай, маслихаты города Семей и области Абай, после одобрения которых внесен на утверждение в правительство Республики Казахстан согласно утвержденного регламента. Срок исполнения поручения президента Республики Казахстан по разработке генерального плана установлен на 1 октября 2024 года. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие жители города Семей, аким города Нурбол Тургенович. Я директор проектной фирмы «Градкомплекс». Мы тоже участвовали совместно с коллективом института «Астана Генплан» в разборке нового генерального плана города Семей. Старый генеральный план он был разработан в 2009 году и в 2011 году только лишь был утвержден в правительстве Республики Казахстан. Это было, тогда город бурно развивался, это был такой очень динамично развиваемый город, но потом, вы сами знаете, кризис 90-х годов и утрата областного статуса привели к тому, что город как бы захерел. Вот. В 30-м году население города тогда предполагалось 600 тысяч населения. Это были такие более-менее реальные цифры, но, к сожалению, это не получилось. Вот. И поэтому сейчас, вот по, как вот сейчас главный директор института сказал, что население сейчас предполагается в другие цифры. На 40-м году это будет 385 тысяч населения. Сегодня это 308 тысяч населения. Это по данным статуправления, это реальные цифры, которые мы потом закладываем как бы в основу генерального плана. Но я не буду повторять те основные положения генплана, которые были озвучены до меня. Скажу лишь, что в чем отличие нового генерального плана от старого генерального плана? Как я сказал, во-первых, значит, темпы роста, тогда были другие, 600 тысяч населения, теперь, значит, более реальные цифры. Это одно, значит, то, что в нашем генеральном плане мы продолжаем идеи, кстати, того генерального плана, мы предлагаем обводную грузовую дорогу, начиная район Кордон, контрольный. Прокладываем строительство моста, прокладываем мы по западной, юго-западной части города, чтобы убрать весь транзит, который сейчас нам мешает в городе и создает большие экологические проблемы. Вот. Это реальная задача, кстати. Потом мы предлагаем
Но это далеко идущая задача, но тем не менее тоже надо этот вопрос решать. То есть линию Турсиба на будущее мы уводим тоже мимо города, не доезжая до города, уходим, значит, опять же нужно строительство железнодорожного моста, уводим весь опасный, взрывоопасный, радиоактивный, сыпучий, химические активные вещества, которые проходят, к сожалению, через центральную часть города, через активные жилые наши районы, мы уводим из тела города и уводим транзитом дальше на Барнаул, на Россию. Вот, это тоже одна из таких ключевых задач нашего генерального плана, в отличие от предыдущего генерального плана. Вот. Теперь, значит, я так скажу, что город очень динамично развиваемый сейчас, большие идут вложения, вы знаете, строится масса объектов социального назначения, культурного назначения. Сейчас вот на кольце началось строительство 20 школьников, район Заря. А, кстати, я вам скажу, что строительство ТЭЦ-3 тоже поменяло задачи первоочередного освоения территории города. Значит, в первую очередь будет развиваться левая сторона берега, Жанцеми, будем так говорить. Это в первую очередь, значит, уже идет снос малоэтажного ветхого жилого фонда в районе Заря, вы знаете. Там предлагается, я повторю, что там школа, два детсада, здание конгресс-холла, район Пищевик, там тоже строительство Ледового дворца, в общем, набережная. Это вот эти все вопросы, они будут реализовываться на наших глазах, это в первую очередь. После того, как мы ТЭС-3 завершим и проложим теплопроводы на правый берег, начнется активное строительство правого берега. Это после 2030 года, скорее всего, начнется по планам нашего акимата. И по нашим планам намечается, значит, это будет идти активный снос вот, наших исторических районов. Татарский край, Казахский край. Вот, вообще прибрежные территории города Семея. Далее, значит, это район Каржайбаулы, тоже надо его потихоньку обустраивать. Это проспект такой значимый очень в городе, с вылетом на Барнаул, на Россию. Вот. Значит, вообще в целом будет активно застраиваться прибрежные территории города Семей. Как у нас есть планшет такой, висит вот в фойе, так и называется Иртыш, это главный проспект Семей. Так оно и положено, потому что в каком городе Казахстана вы видели такую мощную водную артерию? Нигде нет этого. Если вы знаете, вот у нас в Сырдарье там, Кызылорде, Сырдарья уже пересохшая река, остальные реки тоже не такие крупные. Иртыш это модная, мощная водная артерия, которая разъезжает, тем более город, один из немногих городов, который как двусторонний, Жан-Семи и Старый Семей. Вот, поэтому такого города нет, кроме, может, Атрау, там есть такой тоже двухчастный город. Вот, поэтому мы поняли, что этим моментом, что Иртыш, он как бы с двух сторон обустроен, к сожалению, не только со стороны правого берега, существующего семьи самого, идет такая застройка, такая активная, точечная, но в целом мы предлагаем, что это будет такая многоэтажная, такого столичного уровня застройка, как вот сейчас уже, если вы видели, там в Татарском районе там ряд домов построили такого неплохого уровня, 9-этажных дома, такого хороший, качественный материал, кирпичный. Поэтому там, в таком виде и будет застраиваться город. Вот, поэтому сам Семей, сам Иртыш, в отличие от Ускамана, допустим, Ускаменгородский, там он как протекает быстро, как горная речка. Здесь уже Семей рассекается на множество русел, речек, островов. Поэтому это безбрежное такое море фантазии для того, чтобы этот русло реки, устье, это пойму реки Иртыш, сделать вообще огромную зону отдыха. Ну вот остров Бейбетшлек, бывший остров Полковича, вы знаете, он сейчас потихоньку тоже там есть планы кое-какие там построить железную дорогу на том острове, там организовать вообще такое, ну с учетом, конечно, экологии, чтобы это все не мешало, не губить этот остров. Это такой природный резерват, который тоже нигде в Казахстане нет такого. Вот Богом данный участок, который необходимо преобразовать в огромную зону отдыха. Значит, предполагаю, значит,
через Иртыш на будущее канатные дороги пробить. Ну, ряд мостов еще будет построено через реку Иртыш. Пешеходный мост, сейчас тоже проект есть на продолжение Мангельт проспекта туда, на, через Симпалатинку, и там организация пляжа. Там же организовать как бы начальную станцию железной, детской железной дороги. И на продолжение она уходит на остров Бейбетшевик. Вот, ну, конечно, надо развивать такую тему, как речные трамвайчики туристические. Тут море тоже самое, возможность для этого есть. В районе Затона там необходимо, значит, порт организовать, который там был судоремонтный завод, существующий пока, но будет тоже развиваться. Мы предлагаем в генплане воссоздать на Женсемее речной вокзал обязательно, который был когда-то. Когда-то ракеты ездили, летали, плавали и в Павлодаре, и в Скандинагорске. То есть эту тему тоже надо продолжать. Это такая свежая идея. Тем более сам Иртыш позволяет такое организовать, маршруты. Ну, естественно, пляжи необходимо создавать. Потом, как сказали, генеральный план, это по настоянию жителей Жансемея. У них парка нет. Вот. Парк у нас только лишь вот, центральный парк, парк, значит, Победы. Это небольшие такие зеленые пространства, очень уютные, пешеходные зоны. Жансемея мы также предлагаем возле Жоламана на незатапливаемой территории организовать крупный такой парк для жителей Жансемея, того района, который сейчас без парка живет. Да. И второй парк мы предлагаем продолжение поселка Комсомольский, мы так назвали пока парк Жастар. Это будет два таких парка больших комплекса. То есть мы как бы в этом плане выполняем большую социальную такую задачу для жителей Жансемея. Вот. Ну, так уже сказали, что, кстати, мы заметили в генеральном плане, вот севернее дач, восточных дач и вот птицефабрики, есть огромный такой зеленый массив, вот этот. Совершенно такой неосвоенный, как бы в том генплане его тоже не было. Мы предлагаем там создать такой, ну не парк, а лесопарк. Природный экологический лесопарк Ахкай, Березовка. Там, по названию там существующий поселок. То есть это там, сейчас там идет активное такое, пока стихийное, разные соревнования там на лошадях есть, там какие-то там кроссы какие-то на машинах грузовых, там, то есть этих джипах есть. Ну, то есть такое стихийная организация. Но это надо будет как-то организовать хорошо, в том месте организовать какие-то конюшни, поездки на лошадях, вот, чтобы вот это дикое место пока, чтобы оно более-менее приобрело культурный вид. Вот. Дальше что там можно сказать? Я, если что, вопросы потом будут, конечно, да? Регламент бар бізде? Да. Рахмет. Регламент бар жұмыс жасайды. Да. Сөзді барлығын түсіндірдіңіз ғой. Рахмет. Қателінің арап алып салу үшін бүгінгі күнге ТЭЦ-3 деген үлкен жоба жасалды. Сол ТЭЦ-3 бөлімі станция салынады. Осыған қарай тағы да электроқуат ол сол ТЭЦ арқылы бізге. Экологиялық кодексінің 57-ші бабының 7-11 тармағына сәйкес стратегиялық экологиялық бақылау есебінің жобасы Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің жүргізілген сапаны бағалауға жатады. Сапаны бағалау қоғам және мүдделі мемлекеттік органдардың ескерулері және ұсыныстары ескере отырып жүзеге асады. Біздің бас жоспардың негізгі сәулет қала құрылысы идея солтүстігінде Ресеймен және оңтүстік шығысында Қытаймен шектесетін жаңадан құрылған Абай ауданының әкімшілік орталығы Семей қаласы, Абай облысының әкімшілік орталығы Семей қаласының өмір сүруге жайлы қала ретінде мәнерлі келбетін қалыптастыру болып табылады. Бұл Қазақстан Республикасы 2021-2025 жылдарға арналған индустриялық инновациялық даму тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы ұйымдастырудың бас схемасының негізгі ережелері. Абай облысы 2023-2027 жылдардағы арналған әлеуметтік экономикалық дамудың кешенді жоспарын бекіту 2023 жылғы. Қазгидромет ақпаратының бюллетенінің мәліметі бойынша соңғы 5 жылда ластану деңгейі айтарлықтай тұрақты болды және өсу деңгейіне сәйкес және судың қолжетімділігі ағынды суларды
тазару тиімділігінің төменгі су объектілерінің құрғауы. Қалдықтар. Объектінің бұзу және салу кезінде құрылыс қалдықтарының көлемінің ұлғаюы. Қолданыстағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының 70%-ға дейін өсуі. Қалдықтың сұрыптау және қайта өңдеу төмен деңгейі. Қалдықты жинауға және жинауға төмен тарифтер, тарифтердің қалдықтарды қайта өңдеу шығындарын және онымен күресу, парникті газдардың шығындыларын азайту, төтенше жағдайлар қауіпін азайту, барлық деңгейде апат әкелетін кешенді басқару шаралары, жасыл белдікті дамыту, отбасылық ормандау, ормандар іс-шараларын жүзеге асыру, қаланың сол жағалау бөлігінде екі үлкен саябақ кешенін құру. Ответом это наиболее важный. Так что сізге рахмет. Рахмет сіздерге. Егер де құрметті қатысушылар, егер де сұрақтарыңыз болса, осы алдында тұрған микрофондарға кезекпен келіп сұрақтарыңызды қоюға болады. Архан. Так, оргодел, отработайте по микрофону. Микрофон. Там кнопку нажать надо. Так, поехали на рынок. Вот я смотрю, весь геймплан у вас направлен на строительство ТЭЦ. ТЭЦ не будет это. Так, а что? Как нам заводить вопрос сначала решить? Потом, что и ТЭЦ у нас в городе, это еще, как сказать, ну, говорят, что дефицит тепла. У нас дефицит тепла нет. У нас есть способ, деревянные дома, которые теряют тепло, лишние деревья. Ну, 4 раза больше потреблять тепла, обогреть такие дома. Надо применять новую материал. Была программа термомодернизации. Но ее просто так сняли, прикорировали. Нужно было нормально утеплять. Частник, он каждый дом утепляет. Сейчас посмотрите, половина частников, наверное, уже применяет новый материал, утепляет и сокращает потери тепла. А вот эти старые дома, которые построены еще при Совке, я сам строитель, я знаю, что один питон прямо кирпич. Вот. Что касается электроэнергии, это тоже дорогая энергия. Гораздо дешевле построить тот регулятор. Будет дешевле энергия. Для инвесторов нужно дешевую энергию. А ТЭЦ очень дорогая энергия. Вот. Так что еще и отложили на год, это не случайно. Газификация города тоже не проблема. Откладывать генплан, соответственно, для развития города не будем, потому что она сделана очень огромная работа. Вопрос технико экономического основания, что ее нет, вы ошибаетесь, я вам скажу, потому что ТЭЛ уже есть, и уже сейчас на данный момент уже на стадии завершения. Второй вопрос. Дефицит тепловой энергии, она действительно существует, даже если мы будем проводить модернизацию этих домов. Кстати, на сегодняшний день уже создано специальное предприятие, оно называется «Абайтурмонри». Если жильцы готовы модернизацией заниматься, у нас уже при городском акимате, при отделе жилья существует такая организация, и те активные жители, которые действительно посмотрели эти правила, подмоли на 1%, кредитные ресурсы берут, уже мы активно начали работать. То есть в этом направлении мы уже работу ведем. Электроэнергия, фоторегуляторы, вы знаете, мы их тоже будет приниматься как зеленая экономика, но для строительства больших мощностей обязательно нужны нам электроснабжения. Вы это хорошо понимаете, и при строительстве ТЭЦ обязательно данные параметры будущие. Дальше работа будет продолжаться. У нас должен быть конкретный план, у нас должны быть конкретные задачи. У нас на сегодняшний день есть конкретная трассировка, как мы будем переходить все магистрали, как будут убираться наши внутриквартальные котельные, которые писали на эти ребята на весь город, определенные четкие места, то есть есть понимание. И с этим, я думаю, этот вопрос давайте мы с вами отдельно обсудим, если какие-то нюансы есть. Ну, есть четкие нюансы. Спасибо. Я вашим ответом не удовлетворен, если что, можно потом встретиться, дело обсудить. Ну, у каждого, как говорят, есть свое мнение. У меня есть куча вот
Проблем нету. Вот, давайте это посмотрим. Спасибо. Послушайте, кто давал задание к этому плану? В связи с тем, что этот план рассчитан до 2050 года, то есть еще нам полгода, четверть века жить, но я там не услышал, не увидел, что вы будете соблюдать в будущем, что новые технологии, IT-технологии, умные дороги, вот это все ни о чем не было сказано. Это очень важно, когда сегодня развивается искусственный интеллект. То есть автомобили будут, скажем, сами могут ездить, но для этого должна быть же инфраструктура готова. Она сами не поедет по нашим дорогам, которые все разбиты и не соблюдаются. Поэтому я думаю, что именно вот эти моменты не были учтены. И потом я как знаю, раз я в центре живу, я вот пожар на камере вам этим тоже задавал вопрос, в том году, что вы зря там делали ремонт, будете отопление, и вы сегодня опять там ремонт делаете по скверу пространства, и мы там опять не можем проходить. То есть у нас опять деньги будут расходоваться никуда. Потому что я говорю, вы не учли, да, на будущее, как у нас будут дороги, да, для велосипедистов, не приготовили сейчас много, ну, не слышу просто. Потом, сейчас еще Фред сказал, и он выступал по экологии, вообще он должен был просто нам сказать, что в этом плане экологически правильно или неправильно, вот это потом на момент хотели услышать. Но я один заметил главный момент, что он критикует за уголь, который там уже скопился. Поэтому мне интересно, и, наверное, жителям города тоже будет интересно знать, каким он взрыв будет копиться. И если это будет синий палатинский хорошо-резкий уголь, то он очень токсичный. Его лучше перевести, то есть там построить перерабатывающий завод, и там на основе жидкого топлива, потом его сюда перетащить. Это будет экологический уровень, и не будет меньше будет отходов. И этот вопрос тоже не затронут. Я говорю, вы думаете, наверное, вы имеете право только решать, но когда к вам приходишь и спрашиваешь вопрос, который не решен, вы отвечаете каким образом. Мы только недавно стали активным, раньше здесь не работали. Я вам скажу, глава государства Назарбаев передала власть Тукаеву. То есть государство не изменилось, революции не было. Поэтому вы должны выполнять те планы, которые государство было намечено. Вот я один вопрос, почему вот этот план не учтен новые технологии, это самый главный вопрос. И, давайте регулярно составляй, да? Вы точно рассказали, по 3 минуты будем вопросы задавать. Давайте так. Генплан – это общее план развития города. Понятие новые технологии, понятие всех остальных моментов, если вы, ну, перед чем этот вопрос задавать, необходимо, наверное, понять, кто был генплан. Это направление развития города. Как оно будет направление развиваться? В какой стороне будет строиться малоэтажная застройка? В какой стороне будет строиться, соответственно, инфраструктура? Где парковая зона будет? Где будут промышленные зоны? А вопрос технологии, новые технологии, сейчас основные моменты, сейчас после этого генплана будет разрабатываться по каждому моменту план детальной планировки. После плана детальной планировки по каждому будет разрабатываться проект. По проектам уже мы четко будем определять искусственный интеллект, о котором вы говорите, и все остальные моменты в этой проектно-смертной документации это будут учитываться. То есть здесь нельзя путать проект и генплан. По вопросу Жамакаева я отвечу. Вы у меня были, я хорошо знаю этот участок. Но так как там необходимо было сделать, мы ее сделали. И как вы знаете, мы сейчас там проходим именно по зеленой зоне. И замена этой теплотрассы однозначно требуется, а восстановление за счет подрядной организации производства. То есть здесь никаких бюджетных средств, дополнительных трат нету. Я эти вопросы очень хорошо знаю, я в город там хожу, каждый день смотрю. И это будет наверняка быстро сделано, и данный микрорайон будет обеспечен качественным теплом. Спасибо большое. Следующий вопрос. Не все возможности скачать материал, как у меня. Можно было как-то
соблюдаться все санитарные нормы. Хорошо, вы представитель Астана, вы проезжали мимо нашего моста? Автогоржу, видите, там два дома стоят? Слева несколько метров автогоржевой мост, а справа будет железнодорожный путь. Почему акимат раздает участки возле железной дороги? Почему не соблюдается этот санитарный разрыв 100 метров? Почему везде рядом втыкаешь, а потом мы деньги вы заставляете подгонять санитарную зону? Пожамакая там 150, отведем участок, бывший парковой зоны 50 метров там железная дорога, и вот рядом памятник архитектуры. Хорошо, посмотрим Каргаравинскую 1, которая строится сейчас без заключения экологии. Его тоже поставим возле железной дороги. И, наконец, ваш дворец школьников. Вы сначала втыкнули его, а потом, когда до вас дошло, что, оказывается, как школьники будут ходить туда? Через интенсивные же автомобили вот это вот железнодорожное пересечение путей? То есть вы втыкаете сначала здание, а потом до вас доходит, что инфраструктуру туда провести очень сложно. Вы же знаете, что есть сложности с проведением инженеров. Почему вы воткнули дворец школьников там, возле железной дороги, без соблюдения санитарного разрыва в 100 метрах? Вот это вот проблема. Почему у нас отходят участки без соблюдения санитарных разрывов? Почему? Третье. Озеленение. Это здорово, что вы озеленяете наш левый берег. По правому берегу, сейчас секунду, вы отводите по строительству домов. Я знаю такой повод. Там корчуется очень много. Когда я предлагаю соблюдать конституционное озеленение, а ЖКХ прекратить выдавать справки о том, что нет зеленых насаждений. И есть там зеленые насаждения. И вы обязаны каждый застройщик озеленять правый берег тоже. Вот у меня вот такие. У меня еще есть. Так, давайте я отвечу, да? По оснащению вы однозначно правы. Я, честно сказать, сам сейчас недоволен этим вопросом. Мы, конечно, это учтем. Я прошу огромное извинение за это. Теперь по вопросу точной застройки. Как вы знаете, те участки, которые вы говорили, да, они были выданы. Я категорически по некоторым участкам тоже был против. Но аукционно проведены и выданы соответствующие документы. Мы сейчас на данный момент точно застройку, как вы знаете, мы практически остановили и пошли на вот новый геплан, который предусматривает, чтобы не точная застройка была. Вот, например, мы взяли Петровой Заря, как вы знаете, и начали там полностью сносить и дальше идти. И там же будут развиваться данные направления. Теперь по озеленению. 1:10 каждая подрядная организация сейчас вот уже в соответствии с новыми доказательствами, скорее всего, еще увеличение будет, мы по-любому будем заставлять, и каждое разрешение, если раньше выдавали, сейчас мы рассматриваем этот момент. То есть этот момент новый план, соответственно, учтены. Я вас это могу сказать. Теперь по вопросу нового дворца школьников. Я прежде чем на этот земельный участок выбирать, мы посмотрели все, город. Во-первых, для того, чтобы хотеть сперва на левом берегу, то есть вот на правом берегу, где Каравайтл, микрорайон, там, соответственно, посмотрели правый берег, у нас есть. На левом берегу действительно таких объектов не хватает, потому что очень огромная просьба у жителей. Во-вторых, на левом берегу искали очень много участков, потому что вот участков практически нет. Снос и изъятия, одно только школу изъять там, очень огромные средства потребовались. В связи с этим нами разработан на сегодняшний проект. Это два перехода, на второго перехода будут через кольцевые. И, то есть свободный проезд и проход школьников однозначно там будет. Там будет огромное парковочное пространство, и где железная дорога предусмотрена шумовая полоса, которая уже в этом проекте есть. То есть она будет закрываться шумовой полосой. То есть те нюансы, которые вы отразили, мы это все предусмотрели. Спасибо за вопрос. Джон, Алматы, Жоламаннан басталып, қалаған. Затордан затор. Жоламаннан до Аққуы 40 минут. Надо срочно решить вопрос. Или вот этот мешкин надо убрать, дорогу там прямо надо это вынести.
Ага, жара барат тупонга генплан ішінде, осылай тұрпы. Ана генплан, мясо. Планы выполняйте. Жо, ага, сіз, мен сізді тұрм. Біз нарада қазір әкімін встречасына келген жоқпыз. Біз нарада абсурдий генпланды келдік. Мен встречам болады, ол бізде сіз ол сұрақтарды қоясыздар. Біз не генпланды қазір айттық міне, осы жерде міне ашамыз едік. Не тағы айтып отыр, не тағы да. Мен... Утверждали проспект Шаханима. Что сделали? Будет проспект Шаханима. Шестиполосное движение будет. А что сделали сейчас? Она не проспект, да, а да. Улица. Откройте. Откройте вот этот участок. Ага. Но это не встреча с ними. Но мы с ним планы обсуждать не будем. Мне, я наверное себе цитрик передал. Вот Жоламан Мортасман ашып жолдың мына мясо комбинаттың ортасынан өтетін жолды сәйкес деген міне проектесіз қойды үлкен оны түсініп отырмын жоқ ана ол түсінікті ол барлық көрінші анда вечером мен аға мен сорабы меню от Соломана и до Аку аға мен ол жердің барлығын өзім жүріп көрдім қазір көрсеңіз ең басты проблема Лебаева көшесінде ол жерде железнодорожный переезд білесіз ғой сол жерде қазір ремонт жасатқызып жатыр көрдіңіз ғой сол үшін қазір азайған пробкалар болып тұр мен жақсы білемін ол участкіні маған айтпасаңыздар мен жақсы білемін сондықтан да ол участкіні обязательно біз қостық генпланда бар бірақ ол қаражат азғантай қаражат емес оны біріншіден ана мясокомбинат участкісі біреудің жеке меншігінде оны біз сатып алу керекпіз содан кейін оған қазіргі кезде проект жасау керекпіз ол үшін қазір жолдарды бәрін жасап бірінші қаланішкек жолдардың не айналысып жатырмыз қырық көшені жасау енді вторая проблема мына мосттығы извините мне мостты және мостты түзелмесі вы не применяйте речной иртышский гравий а применяйте поселок Гранитный и Сухпулат в Сухпулате Новотауменкенің несін на дорогу применяйте пожалуйста это из-за дешевизны вот это все аға ол жерде тапсыл деген германиядан келетін материал қазіргі кезде онымен біз айналысып жатырмыз тем более қазіргі кезде ямыш ремонт жасап жатырмыз бірақ та осы жылы келесі жылы біз бұл мосты реконструкцияға кірісеміз құрметті қала тұрғындары құрметті қатысушылар уважаемые жители я попрошу вас это не отчетная встреча Акима мы обсуждаем вопросы генерального плана города. Вы сейчас проводите уже, переходите на вопросы, текущие вопросы нашего города. Вы поймите об этом. Придет время, я соберусь, вот у меня есть отчетные встречи, есть личные приемы как-то. Я могу принять вам, объяснить по некоторым ситуациям. Но вы вопрос сейчас задаете не по, как сказать, тому направлению. Я попрошу вас, здесь будьте очень корректны. Спасибо. Александр Ветеранов, руководитель клуба «Скандинавской горьбы город». Уважаемый Аким, уважаемые горожане, я считаю, что сейчас острой необходимости по развитию нашего города считается создание на острове Бекеш-Лек легкоатлетического комплекса. Нам негде сейчас тренироваться. Я понимаю, боксер, можно тренировать, значит, в любом боксе спорта. Ну как преодолевать расстояние 25 километров, 10-5 и прочее. Единственная возможность у нас была детская железная дорога, которую мы 2 года использовали для тренировок. В настоящее время там ведутся активная стройка. Негде заниматься. Полоса всего 700 метров. Как выйти на марафон 21 июля, который нет возможности тренироваться. Мы просим вас проложить дистанции на 5 километров, по кругу уже 10 километров, 4 круга 21, и проблема решена. Никакого схвата, никакого гравия. Грейдеры, все. Топографическая привязка, решение Акима и работы позволят решить эту проблему. Благодарю за внимание. Спасибо. Давайте мы посмотрим. Я согласен. Если там нет зеленых насаждений, это в работу, я думаю, мы сделаем. Давайте мы с вами пройдемся, посмотрим трассировку и придем к выводу. Рахмет, я вас отдельно приму. Это, Айрат,
Дархан, запиши модератора. Сәлеметсіздерге құрметті жерлестер, мен сұрағым, осыдан бірнеше жыл бұрын біз аукционарымыз жер сатып алғанбыз. Енді апысыға берсек сәулет жоспарлау тапсырмасына. Қаланың бас жоспары жасалғаннан кейін сол жерге ежелгі детальный планировка сол соңғы рұқсат етеді дейді. Осы бас жоспар жасалғаннан кейін осы біздің менің емес бұл. Оларға жүздеген адамның осы несі көкөлінде жүрген сұрағы. Сол бас жоспарға сәйкес сол жаңағы детальный планировка қайтадан жасала ма? Көз артты мемлекеттік артты қолымызда бар аукционды өткізген декларациясын төлеп жүрміз, налогын төлеп жүрміз сонда. Осыны біз сәулет құрылысы қала басқармасына барғанда осы бас жоспар жасалғаннан кейін енгіземіз деді. Сіз әдемі маған түрмізсіз сол құрапты деймін ба? Мынау бұл жерде ақпаратты құрап емес. Әрине бұл ем план біткеннен кейін ол бас жоспар бізде бірінші қазанда болатын нәрсе. Бірінші қазанда біз оны мемлекеттік үкіметтік үйімен тапсырамыз, белгілейміз. Одан кейін тағы да бір екі үш айдың ішінде біз егжей-тегжей жер жоспар жасайық, ол план детальный планировка дейміз. Бірақ та кезінде енді ол участка сатылып кететін болса, бұл жерде защита бизнеса деген тағы мәселе бар. Сондықтан да бұл мәселемен отдельно келіңіз, біз ойластырып көрейік, иә қалайынан шешім табуға. Мынаға жазылыңыздар да содан кейін қарайық. Рахмет. Этот план рассчитан до 2050 года, то есть еще нам полгода, четверть века жить. Но я там не слышал и не увидел, что вы будете соблюдать в будущем, что новые технологии, то есть IT-технологии, дороги, вот это все ни о чем не было сказано. Это очень важно, когда сегодня развивается искусственный интеллект. То есть автомобили будут, скажем, сами могут ездить, но для этого должна быть же инфраструктура готова, а мы сами не поедем по нашим дорогам, которые все разбиты и не соблюдаются. Поэтому я думаю, что именно вот эти моменты не были учтены. И потом я как-то, знаешь, раз я в центре живу, я вот пожар накарил вам, Аким тоже задавал вопрос в том году, что вы зря там делали ремонт, у тебя отопление, и вы сегодня опять там ремонт делаете по скверу пространства, и мы там опять не можем проходить. То есть у нас опять деньги будут расходоваться никуда. Потому что я говорю, вы не учли, да, на будущее как у нас будут дороги, да, для велосипедистов, не приготовили сейчас много, ну, уже не слышу просто. Потом, вот сейчас еще Фред сказал, и он выступал по экологии, вообще он должен был просто нам сказать, что в этом плане экологически правильно и неправильно, вот это потом на момент хотели услышать. Но я один заметил главный момент, что он критикует за уголь, который там уже скопился. Поэтому наш неинтересный, наверное, жители города тоже будет интересно знать, каким он взрыв будет копиться. Или если это будет синий палатин, хорошо уголь, то он очень токсичный. Его лучше перевести, то есть там построить перерабатывающий завод, и там на основе жидкого топлива потом его сюда перетащить. Это будет экологический уровень, и не будет меньше будет отходов. И этот вопрос тоже не затронут. Я говорю, вы думаете, наверное, вы имеете право только решать, но когда к вам приходишь и спрашиваешь этот вопрос, который не решен, вы отвечаете Акиму, мы только недавно стали Акиму, мы раньше здесь не работали. Я вам скажу, глава государства Назарбаев передал власть Тукаеву. То есть государство не изменилось, революции не было. Поэтому вы должны выполнять те планы, которые государству было намечено. Вот я один вопрос, почему вот этот план учтем новые технологии, самый главный вопрос. И, давайте регламент соблюдать, да? Вы точно сказали, по 3 минуты будем вопрос задавать. Давайте так, генплан – это общий план развития города. Понятие новые технологии, понятие всех остальных моментов, если вы, ну, перед чем этот вопрос задавать, необходимо, наверное, понять, кто такой генплан. Это направление развития города. Как оно будет направление развиваться? В какой стране будет строиться мордарная застройка? В какой стране будет строиться, соответственно, инфраструктура? Где парковая зона будет? Где будут промышленные зоны?
А вопрос технологии, новые технологии в частном моменте, сейчас после этого генплана будет разрабатываться по каждому моменту план детальной планировки. После плана детальной планировки по каждому будет разрабатываться проект. По проектам уже мы четко будем определять искусственный интеллект, там, который вы говорите, и все остальные моменты в этой проектно-сметной документации это будут учитываться. То есть здесь нельзя путать проект и генплан. По вопросу Жамакаева я отвечу. Вы мне были, я хорошо знаю этот участок. Но так как там необходимо было сделать, мы ее сделали. И как вы знаете, мы сейчас там проходим именно по зеленой зоне. И замена этой теплотрассы, она значит требуется, а восстановление за счет подрядной организации производства. То есть здесь никаких бюджетных средств, дополнительных трат нету. Я эти вопросы очень хорошо знаю, я в город там хожу, каждый день смотрю. И это будет наверняка быстро сделано, и данный микрорайон будет обеспечен качественным теплом. Спасибо большое. Следующий вопрос. Сумен қамқылап, жаңағы ұсынышқан өз 74%-ға ұжынан өз беріп тұрды. Қаз оңдар суға қосылған қалған тағы да застройкалар болса, сумен қамқылап өзе тұру жағына шыдайды ма? Сөзге қалам бұл, ол бір 70 сұра. Бұл үйлер сауынғандарын канализациялы шығы. Мұна заря қазы қалып отырмыз, заря жақтағы канализация 30 жылдары құрыласын. Мен жауап берейін. Біріншіден, смычка бойынша өзіңіз білесіз, оны айтып отырғаныңыз дұрыс. Қазіргі өте үлкен жетпеушілік бар, сонда да біз осында жылғымын. Үш резервуарды, үш не салуға текущий расходтан берген болатынбыз, ол жұмыс жалғасын бітіріп жатырмыз. Бірақ та бізде үлкен проект бар. Осы смычканың көбі бойынша қазір ол проект бітіріп жатыр да, уже экспертизаға кіреміз. Содан кейін ол жұмыс жалғасатын болады. Екінші, жаңағы мына канализация мәселесі бойынша өте дұрыс айтқан тұрамыз. Канализация бойынша бізде проблема көп, сондықтан да мына сіз айтып отырған заря аумағында қазір біздің жол бөлімімен қазір біз проект жасаватырмыз. Расширение улицы Молдағалиева с учетом всех инженерных сетей. Түсініп тұр, да? Соның ішіне біз кіргізіп жібереміз. Канализация су барлығы бізде уже ол проектіміз уже қазірге біз заказ бердік, қазір проект жасалып жатыр. Әрине ол үлкен жұмыс, қазір біз точечно бәрін мына сүріп жатсақ үйлерді, сол енді жолдың аумағындағы үйлерді сүруге бізге тағы қаражат керек. Қазірде біріншіден мектеп жүгіртірдік, екінші үлкен театрға қазір кезде 4 гектардай жерді бөліп 700-900 сүру жұмысын жалғастырып жатырмыз. Ары қарай Молдағалиева көшесін үлкейтіп, оған канализация, су барлығын салуға тиісті шаруа қолданамыз. Әрине ол осы жылы жасалатын шаруа емес, бірақ та бүкіл планда бізде жазылған оның барлығы бар, отдельно берсеңіз көрсетіп бере аламыз. Паспортизация түсінікті, Әлібек, мынада паспортизация дейсіз занимасыз. Бізде в принципе барлығы бар, ол қанша көше оған өзіңіз білесіз, 37% бізде асфальт болған болатын. Ана жылы біз 60 көше жасалдық, осы жылы 40 көше жасалып жатырмыз. Ары қарайда бұл жұмысты тоқтамай жалғастыратын боламыз. Паспортизация айтып отырғаным дұрыс, ол жұмысты жасаймыз. Рахмет үлкен сұрағыңызға. 18 сантиметр шыны не болды? Ескі қалы жаурайды. Осыны кішкене реконструкция жасау керек, изобретение жасау керек. Кішінен блоктен шығарамыз. Блоктен шығарғанда сырттан басында сыр істеген кішкен жылу. Сол кезде мынау этаждарды бәрінді көмен теміржол түрсіп семей қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Мінекей теміржол семей қаласын әрі семей екеуінің болып тастан өтеді.
Апарайында бұл қаржы, бұл жұмыста апарай жалғастыратын болады. Рахмет үлкен. Вы с госорганами, да? Да. А почему тогда согласовали? Мы не согласовывали. Как это? Мы данные... О чем вы говорите? Вы кем будете? Скажите. Извините, я руководитель отдела. Вы есть руководитель отдела, я сейчас вам письмо приложу, которое вы согласованы. Вашему руководству. Вы о чем? Вы пришли сюда обсуждать общественное слушание, или мы отправляли вам на согласование департамент Центральный экономический надзор, СЭС? Вы же согласование дали нам конкретно. Мы, прежде чем сюда вывести, я вам сразу скажу, получены 100% согласования всех госорганов, и в том числе министерства. Осталось только министерство по чрезвычайным ситуациям. Вы о чем говорите? Как ваше имя, отчество? Санитарно-защитные зоны. То, что вы говорите, на каждый объект разрабатывается отдельно. Вы знаете, да? Есть правила санитарно-защитной зоны. Да? Проект. Подождите, еще раз. Вот, чтобы не вводить в заблуждение, каждый пять, каждый отвод делается проект санитарно-защитной зоны. То, что вы говорите. Сейчас в плане, это мы укрупненно говорим, какие будут функциональные зоны, да. Но непосредственно каждый пять, допустим, который вот продуктовый склад, у него одна санитарная зона. Но если там будут выпускаться, допустим, нефтяные продукты, там другая. То есть в каждом случае идет отдельный СЗ. Это все учтено, это первое. По красному кордону, да. Там есть косы, которые не действуют. Значит, вся система канализации будет, вы знаете, новые косы предусматриваются. Вся канализация будет направляться на косы. Первый этап это 67 тысяч. В будущем до 83 тысяч будет увеличение стоков. Вы понимаете, что семей без центральной канализации не останется. И ваш вопрос тоже будет учтен. Смычка большой, но вы не рассчитываете, что на большом острове есть дачные дома, которые входят в зону санитарной охраны этого водозабора. Как вы собираетесь его увеличить мощность, если там уже дома есть? На смычке у вас по генплану, да, предусмотрена большая зеленая зона, но на смычке есть скважины 21 или 22, я не помню. А их в зону санитарной охраны вы даже не учли в генплане. Извините. Это существующие водозаборы. Те вопросы, которые вы задали, значит, после утверждения генерального плана, если есть проблемы там, где не соблюдается санитарная защита зон, то значит будет изъятие этих участков. То есть все будет соблюдаться. Но на данный момент мы имеем историческую ситуацию. Согласитесь, это же историческое, это же немного Ахимата решил, это же было до этого. Но если мы сейчас утвердим генеральный план с его нормативами, с его объемами, с его будущим развитием, то, соответственно, те вопросы, которые вы задаете, они же решаются? Решаются. Потому что делается проект санитарной защитной зоны. Согласно этому проекту определяются радиусы. Уважаемые госорганы, я вас попрошу, давайте мы так договоримся, да? Это общественное слушание. Государственные органы. Мы с каждым с вами прорабатывали вопрос. То есть, СЭС мы туда отправляли план. Вы все это нам согласовывали и давали. Теперь, вопрос смычки. Да, там есть норм зоны, которые после того, как генплан у нас утвердится, будет разрабатываться по каждому объекту отдельно нормы. Вы знаете, сколько должно быть, условно говоря, санитарно-охранная зона. Вот, например, просто скажем, наша набережная. Вы думаете, там соблюдены нормы? Когда строили дачные участки, когда было строительство частных строений, они же не соблюдены на сегодняшний день. Но в генплане четко обозначены, условно говоря, красные линии.
Если сейчас в генплане каждый объект, как вы хотите, будет отражать охранную зону, то тогда у нас в генплане живого места не останется. Я вам опять же говорю, если в генплане мы будем отражать, вот давайте мы тогда нарисуем любой завод и скажем, вот по километру там начитаем и скажем, вот километр это охранная зона. Такая же там не делается же. Каждому потом представляется, вот вы заходите на проверку, вам представляется, каждый себе делает охранную зону. Потом вы требуете, а вот у тебя охранная зона есть, ты или сноси это здание, или делай по-другому. Так же? То есть представители санэпидстанции, я думаю, здесь вы уже перешли на нижнюю часть, а не на генплан. На ПДП. План, есть такое понятие, генплан. План детальной планировки, после этого рабочий проект. Генплан – это общее направление, не надо путать одно с другим. Во-первых. Во-вторых, вашим, прежде чем с каждым госорганом согласовывать это, каждому госоргану был направлен, и узкие специалисты между собой смотрели каждое это направление. И нам, есть, у нас у каждого есть письмо от руководителя вашего о том, что все согласовано, и в будущем учти такие-то моменты. Эти вопросы мы все обговорили. В том числе, прежде чем на такой уровень вывести, мы не только госорганы, мы и Министерство здравоохранения заключение получили. Так что здесь давайте по компетенции вопрос задавать. Спасибо большое. Влад Тимович несколько раз вопрос поднимал, меня принимал. И сегодня строится, вы знаете, транспортный коридор на Бахтаябус, через него проходит Китай, Казахстан, Россия. 20 миллион тонн будет перевозиться. На днях правительство приняло решение о возвращении судоходства. Я несколько раз писал, судоходство будет. Китай заинтересован, потому что светская для Китая закрытие, хотят выйти. Все видели так и я. Вот здесь модераторы выступали. Мурдалиев ничего не сказал. До 40-го года планируется население 380. Нет. Скептически. 385. Уважаемые господа. Такой транзит развивающийся город не мог. Хотя поставили 450, 500 город будет развивать. Не зависит от ваших каких-то скептических отношений. А почему я говорю? Я как ученый, я профессор экономист, международник, член общественной области, да, мне тогда этот вопрос поднимаю. Правительство несколько раз ко мне обращает, а сказал, вы правильно поднимаете. Мы хотим, говорит, вот наш президент такая, говорит, мы хотим сделать мегаполисом город Синди, он должен войти вместе как Алматы, Астана, Чемпинг. Даже он говорит, перепрыгни в Актюбинск. В Актюбинске сегодня проживает 560 тысяч населения. В Таразе 380. Симбалатис, вы сказали, 380. Я не верю. Симбалатис официально говорил 324 тысячи. А вы 380. Я поэтому, Роль Тулигаш, посмотрите, пожалуйста, может быть, население увеличите. Все же позиции. 24 тысячи официально было, это с учетом населенных пунктов, которые ранее входили в город. То есть сейчас, на данный момент, есть Шано-Семенский район, соответственно, мы, население уже перешло, это вас. Потом, когда рассматривали генеральный план, мы однозначно смотрели план развития с учетом того, как она, например, до образования областного центра, здесь постоянно было минсовое сальдо. Как образовалось, город стал областным центром, уже пошло положительное сальдо. И с учетом двух лет, которыми было, мы эти цифры предусмотрели. Ну, енді, ага, аман бол, қаламыз көркейіп, үлкейіп жататын болса, бізде мына тест салу басқашалармен, ол қаланы 400-450 мың болатын болса да, мына ежіне бір сеттермен оны біз көбейтудің шамамыз бар. Сондықтан да бұл ішінде енді 385 мың деп айтып отырмыз ғой. Егер көбейіп, амандық көп көбейетін болсақ, онда
оны любой вақытта бізге басқа мощностар салған кезде с учетом осы өй бойынша салынып жатқан нәрсе, сондықтан да оған қам жемеңіздер. Бұл бізде планы өт, осы план бойынша біз жұмыс жасаймыз. Ары қарай өсіп жатсақ, ары қарай да көбейтетіндей возможность бар. Рахмет сізге. Она остается как дачный массив. Мы долго обсуждали этот вопрос, потому что я неоднократно объяснял ситуацию, что если там делать жилой массив, соответственно, порядка 30-40% этого дачного массива надо сносить. А если сносить будет, вы знаете, какие там пойдут. Это уже государственные, если инвестиции будут, она будет по оценочной стоимости, она будет очень маленькая. Но если с учетом, но тем не менее, на сегодняшний день, как вы знаете, вот я вот здесь я вижу представители в Аврокке сидят, те, они меня очень хорошо знают, уже на сегодняшний день мы туда протягиваем постоянное электричество. Процентов уже на 30 уже столбы уже выставили. До конца года это постоянное электричество будет. Уже понятие наружное освещение. В этом году на основном улицу дорогу сделали. По всем направлениям она будет параллельно развиваться. Мы пока ушли. Это очень такой социальный вопрос. Мы обсуждали, я сейчас не помню, порядка 230 вопросов только по дачным массивам здесь было. Но пока пришли к выводу, что как только ТЭЦ там построится, уже там, когда будут инженерные сети, я думаю, когда туда уже зайдут частные инвесторы, вы понимаете, для того, чтобы частные инвесторы туда зашли, необходимо в первую очередь инженерные сети. Как только будут там инженерные сети, частные инвесторы зайдут, тогда они уже по коммерческой стоимости будут выкупать ваши дачные участки и могут там строиться. И с этим пока решение принято о том, что там пока оставят как дачные массивы. Но, опять же говорю, благо цивилизации мы будем заниматься. Спасибо. Мечеть Тановая это однозначно останется, потому что, как вы знаете, мы в том году за счет спонсорских средств, во-первых, ее отремонтировали, внутри были, да, я вот вчера только там был, вчера ночью я поехал, там ночную подсветку этой мечети сделали, очень красиво, кстати, можете посмотреть. Тановая мечеть остается, это однозначно, а с другой стороны, мы будем смотреть, конечно, это есть исторические здания будут, но в основном там частный сектор, как вы знаете. Частный сектор, остальное будут сноситься. Но мы с учетом оставляем, с учетом данной мечети. 1823 год, да, по-моему, если не ошибаюсь. Так что это однозначно исторический памятник останется. Спасибо.